С Днем Ангела, дорогие именинники! Наша повседневная жизнь погружена в непрестанный музыкальный и шумовой фон. Если вы живете в городе, то согласитесь со мной, куда бы вы ни пошли, вас везде настигает какая-нибудь мелодия. Эти мелодии льются или звучат из открытых окон автомобилей, из летних кафе, из квартир и магазинов. И, Боже правый, до чего же бездарны бывают зачастую эти мелодии. Наш музыкальный и певучий народ, быть может, скоро совсем оглохнет и отупеет от этого низкопробного певческого материала. Хотя пение есть священный дар Бога человеку, и, может быть, пение и молитва есть единственное, по-настоящему роднящее нас с ангелами. Ведь на небесах ангелы выну, то есть всегда воспевают имя Божие, и люди поющие, есть тоже поющие Богу, поющие хорошо, также подобны бесплотным духам. Сегодня мы расскажем вам о том человеке, который считается в Православной Церкви покровителем всех тех, кто посвятил себя певческому искусству, всех тех, кто любит музыку, хорошую музыку. Звать этого человека Роман, и называет его Церковь Сладкопевец. Он жил в V веке, вначале жил в Берите, по-нынешнему в Бейруте, а впоследствии как диакон попал в клир Великой Константинопольской Церкви. Случилось так, что у Романа не было ни слуха, ни голоса, и все, чем он отличался, было боголюбие, стремление к молитве, любовь к божественной службе. Однажды священники и диаконы этой Великой Константинопольской Церкви, Церкви Святой Софии, ну, кстати говоря, не отличавшись добрыми нравами, как бы насмех вытолкали Романа на амвон и заставили его петь. Не имея, повторяю, ни голоса, ни слуха, он пропел так, что церковь вся засмеялась, а он опозоренный ушел к себе в келью и там долго проплакал. Посреди этих слез и молитв, обращенных к Богу и Божьей Матери, Божья Матерь явилась ему и подала ему некий свиток, сказав «съешь». Он съел его, и свиток показался ему сладок, после чего он почувствовал в себе музыкальное чувство некое и стал петь. Матерь Божия благословила его от цели петь и воспевать, и не только петь то, что было написано раньше, но и самому писать священные гимны, песнопения и быть песнописцем. Придя в церковь однажды, в один из дней ближайших после этого события, Роман упросил всех, чтобы ему еще раз дали возможность выйти на амвон и пропеть одну из песен, посвященных Богу или Божьей Матери. Клирики, злобствуя и радуя, злорадствуя, разрешили ему это. Он вышел и пропел песню, которую до сегодняшнего дня поет вся церковь. Это «Кандак Рождеству Христову. Дева днесь присущественного рождает». Красота слов, глубина смысла, чудесное музыкальное исполнение пленили людей, молившихся в храме, и с тех пор за Романом закрепилось имя «Сладкопевец». Он стал преподавать пение при Великой Константинопольской церкви, писать гимны и краткие молитвы, называемые тропарями и кандаками. До сегодняшнего дня церковь пользуется этим песненным и гимнотворческим сокровищем, дошедшим до нас из тех далеких времен, из V века. Наиболее известным является кандак Романа «Взбранные воеводе победительные», легший в основу акафиста Божьей Матери, который, наверное, наиболее любим православным народом и в Греции, и на Руси. Музыка есть одно из самых удивительных, таинственных, нематериальных искусств. Никто нам до конца не объяснит, почему сочетание тех или иных звуков заставляет нас или быть агрессивными, или радоваться, или плакать, или размышлять. Итак, в воспитании современного человека, в особенности молодого человека, должна быть заложена необходимая и неизбежная часть воспитания музыкальной культуры. Любовь, умение ценить, понимать хорошую музыку. Кроме носящих имя Роман, кстати, происшедшего от слова «Рим», то есть «римский» означает в переводе слово «роман», мы поздравляем с Днем Ангела, носящих такие имена Анания и Савва. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.